сегодня зачинены двери в будинок у Павловского театра для наших артистов, але души и сердце их зачинить немагчимо, як немагчимо зачинить души и сердце белорусского народа у празе, в борьбе за свободу и незалежность. И пусть в эти сложные времена вы остались без дома, мы все прекрасно понимаем, что театр — это не бездушное здание. Это люди, актеры, которые скрашивали наши будни и делали их немного ярче. Мое сердце захоплено глядача, как и сердце миллиона белорусов с вами. И под час спектакля, зараз у хвилины выпробывания и назавсёды. Павловский театр – это наше национальное достояние и гордость. Это неотъемлемая часть нашей белорусской культуры. Мой Купаловский – это не только пригожий исторический будинок, але это души и сердце актеров, режиссеров, усіх нас, глядачов, бо усе мы купаловцы. Надыходит новый час, и мы у им отыграем свои лепшие роли, напишем свои лепшие радки и проспеваем свои лепшие песни. Купаловцы, мы с вами, вы лепшие. Мы кахаем вас. Зараз такий час, хіба один з таких переломних моментів нашої минувшої історії, коли нам треба всім триматися разом, і те, що ви разом здійснили ваш цей чин, це дуже моцно, це круто. І дуже сподіваюся побачитися з вами на новій прем'єрі. З праздником вас! З юбілеєм вас, друзі! Зі святом вас, годне, талановите купаловці! Живе Беларусь! З юбілеєм вас, шановні і дорогі купаловці! З днем народження, мой театр! Шановні купаловці, переказую вам самое светлое, щире, казочне вітання. Солідарно з вами думками, чинами, словами і співами. Все ми разом, купаловці! С днем рождения, наш театр!